Ну что, ребят? Давайте покажу, чтобы все увидели, что же у нас сегодня ждет. И в будущем, кто запись будет смотреть, всем, кстати, привет, кто записи смотрит. Всем тоже благодарен, но я вам за внимание. Ребят, Килажур Джим. Первая пара у нас будет играть, а вообще играть Килажур, Дарк Вьян и Джим. Вот, такой вот состав. Ну, и что самое интересное, что Дарк против Бьяна Бо-3 у нас сегодня будет, как на Близконе финал, соответственно. Вот, ну и также Дарк с Бьяном побьются с Килажуром и Джимом. Каждый с каждым играет, система такая. В общем, ждем начала. Здесь вообще все группы жесткие на этом турнире, вот. Да и на СГЛ тоже. Ждем начала, ребят. Так, все, группу инвайтит, отлично. Ну что, ребят, сейчас черкать начнут, я так понимаю, карты. Вот. Я сейчас вернусь через минутку буквально. Замонстрить бы чайку, что-то холодно. Вот, и уже лайфхенг начнется.
Так, ГГ у тебя не открывает. Ну смотри на Твиче, вообще должно все открываться, как бы, по идее. Вот, ребят, помните, что на Кибетике есть ставочки на данный турнир стопудово. Сейчас мы посмотрим, что тут как. Да, конечно, есть. Вот у нас на Лайфенг ставки. Тилажур с Джимом фаворит. Да вы шутите. Изи ЦМ-ки сюда пилю просто. На Азии Килажур фаворит Джимом. Да вы пошутили просто. На Бьяна с Дарком 75 ЦМ-ок. Сразу впиливаю. Ну а экспресса здесь нельзя пилить, в общем-то. На ЦМ-ке. Такие дела, короче, ребят. В общем, ждем начала. И все будет очень-очень круто. Ну а я жду, пока чайник закипит, пока пирожочек съем один, ребят. Погодите, пожалуйста, меня. Вот. Сейчас все создастся, походу, хост. Хотя что-то... А, килажура с жимом найти не могут, судя по всему. Кто у нас в группе-то тут вообще есть? Варди. А, зомби-граб еще там стримит. Короче, ждем. Так, что-то чайник ни хрена еще не закипел, воды много там налито. Привет, фюрфюрчик. Вот, привет всем. В общем-то, все работает, в общем, да и будет работать. Twitch, все плееры, думаю, сейчас поднимутся. Заходите все сюда, пора начинать, короче говоря, ребята. Пора топить.
Акиларда поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает: удачного стрима. Спасибо, Акиларда, тебе за полташечку. Короче, Киллажура Джима что-то не найти, все куда-то пропали. Спасибо тебе еще раз за поддержку, братан. Все, чайник уже точно закипел, сейчас надо отойти, мне будет залить чай. Вот. Киллажур здесь, отлично, Джима не видно пока. Принес чайник, ему кружки нету, сейчас приду. Извините, пацаны, что движухи левой много. Ну, это как обычно на старте. Почему? Потому что так как марафон и запись идет, я стрим не выключаю, поэтому, ну, анонсы пишу, это все дело, там, чаи и подготовки делаю прям онлайн, вот. Плюс игр еще нет пока. Ну, сегодня кончится марафон, я думаю, что в декабре. Я, конечно же, буду ставить записи, но не буду это каждый день делать практически и буду отдыхать. И вот и инвайт как раз пошел. В тайминг я вернулся. Отлично.
Так, Дестер 25Т. Ну как ты думаешь, что топ-2 мира по последнему Близкону, которые в финале друг с другом бились? Будут ли фавориты они группы или нет? И Келажур, бразильский игрок, и Джим, которые даже там не присутствовали-то на финалах. Это даже не самые топовые европейцы. Вот. Поехали. Естественно, да, Бьянск Дарком фавориты, я даже не сомневаюсь вообще ни на просто секунду, что их кто-то может выбить из... Ну, что они не выйдут в плей-офф в этой группе. Хотя, при этом всем, турнир это для них явно не приоритетный. Пусть тут и неплохие призовые на Лайфенге на финальном, как бы, 1400, 400 и по 200, да, 3-4 место баксов, как бы, а для онлайн-турнира это очень даже неплохие, на самом деле, суммы, штук 400 баксов, я бы сказал, это нормально вообще, вот. Так что, ребята... Что, поехали. Так, что-то тут где? А, это, блин, опять это Пека ТВ, мы опять Twitch вылез, блин. Все, Twitch не в приоритете. Кстати, сейчас я кое-что тут еще отредактирую на Твиче немножечко. Ой, на Пепе как раз таки на этой. Забываю, что ну, новые настройки немножечко. Ну что, ребята, полетал Келажур, тут что-то риперами пошатал. О, у Джима Прокси вообще здесь, он пушить собирается, Келажука, вот. Здесь опять два рипера прилетели, что за бред происходит, понятия не имею. Риперов пытается Джим зашатать, одного зашатал, но четыре пробки дополнительно еще потерял. Делок Мазеркор здесь. Как же циклон валит сверху? Как он валит говна просто этот циклон сейчас? Это ж вообще что-то с чем-то. Так, да пофиг на этот демедж. Чё Джим бай... О, два циклона. Не, здесь пуш не пройдет, ребят. Еще и грелку Келажур здесь пилит. Отменяет пилон-то, отменяет пилон. Блин, как они строчат, это ж вообще жесть. Я вчера играл Mono Battle с пацанами, кто запись смотрел ночью, тот видел. Мы там много, ну так, юниты попадали, плюс мы на расслабоне были. Очень много, но проигрывали вчера, но и оппоненты достойные. Нин, я стыли активировал премиум были на ваш в свою канал. Очередь. Вот, так прикол в чем? Просто, о чем я хотел сказать. Циклоны сталкеров просто выносят в кал вообще, короче, ребят. Просто в хламину выносят циклоны сталкеров. Так, вот полетела грелка там. Так, еще одного циклончика забирает Джим. Нужно шатать еще одного. Кстати, как собирается отбиваться тиран, для меня загадка, если честно. Почему? Потому что у него же все в прокси было, и это были риперы, что самое главное, в прокси-то. И грелки вследствие этим неотбиваемы просто оказываются.
То есть вот она еще одна прилетает, грелка. Рипер это фокус, еще что творишь-то? Сейчас еще, блин, спилона здесь будет за зоопарка, короче. Разогрев пошел от грелки. КСМ-ка падает, пилон пытается зафокусить у нас. Куда тут, блин, этот суверчарство? Так, еще один пилон пошел. Ну, это минус киллажур, ребят, это 1-0. Вот я поэтому и удивлен был, какого хрена он говорит вообще здесь. Почему не верю в киллажура? Ну, вот через 90 секунд ты поймешь, почему. Хотя это еще не поражение. Во-первых, киллажур, я уверен, что сейчас не в Корее. Хотя, может быть, я не прав, он в Корее. То есть, у него нету... у Джима преимущество сервера. То есть, как бы он на Азии играет, соответственно, и он в Азии находится. То есть, у него пинг явно меньше, как бы это первое. А во-вторых, киллажур, я бы не назвал бы его более сильным игроком. Он максимум, он равный игрок Джиму. Ну что, Джимми 1-0, Джимми вообще полный баркот, хоть бы какой-нибудь клан тег бы оставил, ё-моё. Не примерно 10 секунд, а именно 10 секунд выстрелов и делает. Фюрчики основные цели циклонов, против кого лучше юзать. Ну, как тебе сказать, у них есть бонус по тяжелым, по бронированным юнитам. То есть у Протоса это сталкеры, например, и издания. Вот, по дивкам, по всяким нету адептам. Также у них есть захват по воздуху, но это вручную нужно кастовать, и он уже, ну, слабее работает, чем гораздо, чем в Фоссе. Зато у них ХП больше стало, то есть это такой юнит, который сейчас стал он просто окликовым. Раньше это юнит контроля именно был, чтобы воздух что-нибудь там захватить, оракулов поймать, каких-нибудь законтрить. Сейчас это просто строишь, жир, как бы, оклик вперед попер. Вот, то есть кайтить им бессмысленно, почему же у него... Ну, ты как бы теряешь ДПС в любом случае, если его на мой послаешь, потому что он секунду 10 выстрелов делает, как бы. Но очень... не то, что он эффективнее прям стал, он для других целей совершенно был. Для целей как бы обороны 1-2 циклона он раньше эффективнее был. Сейчас же... И плюс у него захвата этого грейд был. Сейчас же он эффективнее просто в массовых количествах, как бы...
и в армии, то есть и в начале, в миксе в каком-нибудь. Так, это стал... Опа! Вот Джим дает. Короче, Джим решил, что нахрен вообще с киложуром здесь что-то монстрить. Запушу-ка я его два раза хренотней какой-то непонятный. Три гейта, что ли, в тупую будет сейчас от Джима? Я считаю, ну гейт точно пошел. Сейчас еще будет Старгейт, видимо, запилен. КСМ-ка идет в разведку, она спалит сталкера еще. 10 секунд. Хотя сталкеры примерно и выйдут сейчас. Одновременно с приходом КСМ-очки. Один из сталкеров. Вот. 3 секунды. Слышится 2. 3. Но он спалит. КСМ-ка гейты спалит стопудово. Джим тем более мимо идет. Что ты, слепой Джим? Дает. А, он контролит сталкеров уже. Вот в чем дело. Марик минус 1. Марик минус 2. Сейчас будет пробку отдавать. Не вижу смысла. Пилончик сзади попер. Мазеркор, не отдавай. Ё-моё, тормозила ты, Джимми. Ты не Рейнер, ты... Джимми тормозила. Твой никнейм, блин. Мазеркор отдал. Не, ну Мазеркор ДПС его важен был, конечно, в той движухе, но... На самом деле... Так, здесь заказан Мазеркор. Из-за этого не работает просто Старгейт сейчас, потому что нету ресурсов тупо на заказ юнитов. Все, бункер готов. Не в ходсе, да, не в ходсе, а в лотве в предыдущем патче, да, конечно, ты прав. Так, Оракул устроится. КСМ-ка не может увидеть прокси, потому что прокси здесь поодаль находится. Ну и очень важно, конечно, здесь вычинить бункер будет киложуру. Если Джимми сможет фокуснуть его... Это печаль, но без сентри его здесь не фокуснешь, это 100% расклад. Туреточка не успевает, Араку. Здесь еще 30 цехи, ни хрена себе киложур оборзел. Оракул отдавать нельзя. Пилончик пошел под рампы. Куда там Джим-то идет? Ё-мо, он что, офигел что ли? Так, две КСМ-ки все чинит. Че он боится-то, блин? Вот сейчас надо было пробивать пока две КСМ-ки. Блин, че за тормоза вообще, а? Че за тормозы его Джимми? Тут отбился изи киложур, это 1-1, ребятки. Будет, скорее всего. Зачем твою картинку с Рива удалил? Ну, она туповатая была. Мне она не нравилась изначально. Просто времени не было заниматься там этими моментами. Зашел в итоге в комментарии, вспомнил про это вчера. И потер всякую шляпу оттуда.
Ну что, ребята, 1-1. Третья решающая. Обратите внимание на то, что Джим отказывается вообще с киложуром играть макро в принципе. То есть он уже второй раз делает какую-то хрень. Почему так быстро, лол, 5 минут и гг? А как ты хочешь 10 на развитие? Это StarCraft, здесь никто не тянет специально время. И посмотрите, как интересно получается. Джим ставит Старгейт, делает Сталкера, и Мазеркор заказывает варп. Сейчас ему нужно по алтаху газа, вообще не по алтаху, а до 150 газа накопить, ему все нормально будет. Киложур сныкал КСМ-ку, и Джим вперед поперся всеми, что ли. Ну да. А у Джима очень-очень агрессивный билд здесь получается. КСМ-ка едет на разведку, она ничего не увидит, ребят. Ну, Некса спалил киложур. Ну, сейчас Оракул может очень в тему зайти. Во-первых. Во-вторых, Старгейт даст возможность Фениксов подстроить. Так, ну что? ЦЦХ пошла, Оракул сзади. Чё Оракул-то не полетел? Ну ё-моё. А, ну здесь минка есть с другой стороны, да? Как бы можно на минке было отдаться, а можно здесь все изи законтрить. Тем более, что Феникс будет готов. Жги. Тормоз Джим. Я просто смотрю на это и поражаю. Здесь гелики заехали, две штуки. Джим просто... провалил все оборот. Так, оверчаш нужно еще ставить один. Просто дичь какая-то вообще. Он пьяный, походу, этот китаец. Он обожрался какой-то китайской синевой. У меня других объяснений нету вообще. Либо он совершенно мертвый просто игрок. Совершенно. Посмотрите, мультитаск нулевой. Вообще, играет какой-то бред вообще. Киложур разводит на ровном месте. Оракул отдан здесь просто нелепо был. Включи ты демедж, он там выпилил бы всех мариков. Но он просто не может законтролить. Ну вот такие моменты нужно что? Нужно вот ты здесь контролишь как бы, и все заезжают гелики. То есть не нужно паниковать и отконтроливаться геликами, и тут все на произвол судьбы бросать. Отведи юнитов назад просто, если ты понимаешь, что не можешь законтролить там физически. Если можешь успеть, врубай дэмэдж Оракулу. Все как бы. В итоге ни то, ни это не произошло. Так, здесь либератор летает, напрягает. Ведет пробкам очень сильно, но не вот этой последней. Джим решил, что надо еще сталкера отдать. Ну а что? Гейты новых нарожают. Сталкеров. Ресурсов не жалко. Китай чё? 36-29. Экономика хорошая у Джима осталась. Он в плюсе все равно. С киложуром. Но тут какой-то выход дикий готовится. Здесь мариков уже штук 12. Так и есть. Два этих циклона. Либератор строится. Танк строится. Ян или Дарк.
Ну, я CM-ок на кибетике напилил на Бьяна. Но тут там как бы 50-50, причем Дарк даже фаворит немножечко в Бутри почему-то. Ну вот Викинг летит, минуснишь ты его. Последним выстрелом Феникс, который погиб, кстати говоря, минуснул Викинга. Ну, хоть разменялся, и то хорошо. Кстати, Килажур странно действует, он третий цеху делает. Он не пытается атаковать симариками, циклонами и танком. А вот в Лотве в новом патче, на самом деле, нельзя недооценивать атаки до стима, до стимпака. Почему? Потому что очень-очень много вариантов, как может просто жестко проатаковать. Спалил третий нефть, Килажур. Либератором, ну он понимает, что нужно с ним что-то будет делать в ближайшей перспективе. Здесь робо-бэй, то есть будут колосики, судя по всему. Третья база уже чуть-чуть добывается, на 10 рабов больше. Фениксы для контроля есть, а Килажуру Стим еще ждать 70 секунд этому. Да, Килажуру Стим еще секунд 70 ждать. То есть он выйти пока не может, то есть уже стоп был колосс будет, если закажет, конечно, Джим хоть один колосс. Странное положение для фаржи, странное расположение фаржи заказа на третьем нексусе, то есть отсюда дропы просто врываться будут с КГ, с любого направления, как бы, и разваливать. Эти камни лучше пробить сейчас, почему? Потому что сюда может дроп прилететь и забежать, а так только вот отсюда он, либо отсюда будет забегать. Но Джим не парится особо. Колосик заказан, рейндж колоссом нету рейнджа, пока газа не хватает просто-напросто укроться. Так, пришел Марик, что ему надо? Какие тут стреляют? Ну это от Килажура какой-то неконтрольный Марик просто. Все, Килажур выход собирается делать одновременно с занятием третьей цецехи. Джим отстает по лимиту, это боевой лимит-то в основном. Плюс фаржа от Вайлайт еще. Второй колосс раньше так и не заказан. Как без ренжа собирается просто драться? Вообще не вкуриваю этого момента. Так, здесь три гейта еще не открылись. В итоге мы имеем только 5 гейтов рабочих у Джима, но 5 это уже хотя бы не 3, это уже что-то. Так, скан Килажур делает. Нужно танчиком просто занимать позицию, может быть, на ХГ даже заходить. Джим, вот это... Что за контроль фениксами-то? Позицию не успеет поменять. Куда фениксов увел? Они должны следить были, куда тиран двигается. У них только вижен был на ХГ сейчас. Пошел замес. Филды пошли от Джима. Ну и Морклу хорошо тут выдает мародерам очень на орехи. И Килажур умудряется здесь еще слиться. Самое интересное, почему гейты открыт же. Мазеркорп летел, колосс новый выходит. Да поставь ты уверчаш, уверчаш Джим не ставит. Ну колосс тут на оклике по чуть-чуть раздает, колосс в итоге падает. Новых колоссов не строится, но танк в свою очередь погибнет. Мазеркорп ведь есть, ну... Да, если бы Джим контролил вообще, как бы, потому что это контролем назвать нельзя, то, что сейчас происходит, то... Он бы отбился с меньшим бы дэмэджем для себя гораздо. То есть, во-первых, колосс дрался один на один с мариками, а атакуя по одному, они все лечились. То есть он был просто как обычный сталкер в одного стрелял, как бы сплэш вообще его не решал. Плюс он без ренжа, то есть, как бы, естественно, терпел жестче из-за этого. И оверчаш вовремя Джим не выставлял, то есть вот он... Сейчас выставляет крен пойми куда, когда не надо. А когда марики прям здесь были под этим пилоном, он ничего не ставил. Да, что-то я в Джима верил, а зря я верил в Джима. Как-то Килажур предпочтительнее здесь намного смотрится прям. А Джим мертвец какой-то оказался. Килажур в последнее время, нужно признать, не совсем-то и плохо прям был. Он неплохо отыгрывал. Джим колоссов построит. Ну, здесь уже не упустит тиран победу, это факт. У него минки либератора здесь. У Джима просто бестехнологичная армия, без колосс падает. Минки в зал.
без ранжа колоссом, без вообще всего. Уже 5 зим пишет. 2-1 килажур. Ну что, ну отвечает народу прям много, по 50% от общего количества на моем стриме людей. Ребят, заходите на ГГ плеер тоже, у кого возможность есть. Смотрите с него. Феникс. Я не знаю, я тоже... Я надеялся на Джима, как бы, на то, что он сыграет нормально, потому что это игрок нормальный, в принципе, как бы. Вот. А Джим просто, я не понимаю, что делает. Он как будто, я не знаю, его сейчас среди ночи подняли, он упоротый какой-то играл, я не знаю. Так, Килажур против Дарка сейчас будет. Вступает лучший зерк на данный момент мира в бой.
Ну все, ребята, Дарк против. Дарк против Киллажура. Посмотрим, что Киллажур, бразильский наш боец, сможет сделать против Дарка. Может, он карту возьмет, например, я не знаю. Я пока рекламу пельну. Одна из самых масштабных катастроф 100, поехали. Как я и говорил, один из лучших зергов. Давайте ЖФП, хочу немножечко посмотреть. Ну, кликает, смотрю, Дарк меньше даже, чем Киллажур. Ну, хотя не меньше, примерно столько же. Да не, поменьше даже. Спокойно начинает. Пулгас у него первый, то есть... А именно вот в этом плане Дарк даже, можно сказать, уникален. Он... Есть некоторые зерги, которые так же делают, но чаще всего я вижу, что Дарк так делает, потому что тираны сейчас очень любят масс-риперов, да и против первого рипера это прикольно работает, то есть получает стороне мув лингов. Да, там по экономике немножко слабее получается, но королева-то раньше, то есть инъекция тоже раньше, если ты понимаешь, что агрессии нету от тирана, то ты просто рабочих больше, чем собак строишь, получается. Так, ну все, беру в свои руки контроль. А здесь, да, смотрите, здесь масс-риперы. Ну, посмотрим, как киллажуровских Дарк законтрит. Киллажур любит это и неплохо исполняет, на самом деле. Конечно, не как Бьян Ютермал, но... Очень-очень неплохо. Так, два линга оббегают. Ну, тут стенка уже полная. Или здесь ничего не стенка, не до конца. Да, не до конца, еще одна депошечка нужна. Ну, Киллажур сразу же ее ставит, как бы, и не парится вообще. Смерть на пороге. Так, что это там на Блая такой за коэффициент? Что там на Блая напилили много, что ли? А Блая такой, опа... Почешет репу. Второе место тоже неплохо. Подумает, да? Минус линги. Да это, наверное, там какая-то хрень была, непонятно. Хорошо, Киллажур шатает. Удар, что-то граната одна не попала. Но можно кинуть еще гранаты под личинку. Отменяет роучик, кстати, Киллажур. Можно запрыгивать на мейн. На этой карте езди пошатать, на самом деле. Киллажур не стал на мейн прыгать. Киллажур заходит на вторую базу. Что ты такой неуверенный-то, блин? И почему овер здесь не висит? Одного овера повесь, сразу видно будет, куда прыгает тиран. Киллажур просто боится Дарка, как огня, смотрите. Реально не рискует здесь атаковать даже. Не, ну я не скажу, что это крутое исполнение прямо, потому что, ну... Риперов не теряет, но ничего не делает при этом. Сейчас Рейведжер будет, вообще Дарк его прогонит, вон. С другой стороны, 11 плюс 3. Сейчас риперов станет вообще много, реально, как бы, и тогда можно будет... Так, ну теперь уже, когда я увидел Рейведжеров, не стоит сюда лезть, точно. Стопудово, не стоит никуда сюда лезть. Короче, Киллажур хрень куда делает. Реводжеры пошли куда? Ловить прирост. Здесь собирается Дарк лингами, королевами справиться. Катастрофа для Киллажура, но видно уровень игры просто.
Тут абсолютная нервозность от Килажура. Дарк вообще без нервов играет. Это 1-0, ребята. Это 1-0. Здесь нечем отбивать вот это все. Да как вообще оконченного, короче, Килажура сейчас Дарк прижучил вообще. Реально, то есть он... Чего Килажур хотел? Ну, летал здесь, то есть ничего не делал, потом резко решил запрыгнуть. Конечно же. Суть Рипера в том, чтобы постоянно размен вести, как бы. Лингов подрезал, еще что-нибудь подрезал там везде. ГГ пишет Килажур, 1-0 Дарк. Дарк умеет дефить это все, он очень готов к этому билду. Не думаю, что с ним нужно так действовать. Так, третий пар у нас что будет? Дарк Джим, да, третий будет. Потом Дарк Бьян будет четвертая игра. Все, нифига сегодня обсерверов прям много, реально. Ну что, ребята, Дарк 1-0. Сейчас я выясню, что там с коэффициентами на Блая, кого вообще. Может, кто-то натопил уже на Блая, просто столько много. Руло Дарк команду в Европе ищет, в Твиттере писал. Я думаю, Дарк найдет команду какую-нибудь. Хотя команды в Европе могут условия предоставить, ну... какие-нибудь предъявлять, типа в Европе надо трениться. Смысл, ну, не, как пиар команде, как просто можно спонсорам сказать, что вот наш игрок там тролливали, разваливает всех, это да, как, но должна быть еще польза, чтобы он мог играть кастомки, например, с твоими игроками, их уровень повышать, то есть, как бы, а как играть, если на разных серверах вообще? Ну, там и кланварчики всякие, и не только.
первым играет. Тут много кто играет, кто ставки делает, я так понимаю, в чатике, просто не все признаются. Но некоторые уже не делают. Ну что, полетал рипером Бьян, посмотрел, что здесь происходит. Опа, доделал саму флингом. Закусили они КСМ-кой. Здесь еле живой, на 5 хп рипер выживает. 6 лингов еще есть у Дарка. Теоретически 6 лингами можно 2 гелика сгрызть, но это очень тяжело сделать, если и тиран должен не контролить, по идее, как бы в этой ситуации. Если на месте будут гелики стоять, туда они съедят их. Так, а здесь Марик Овера пытаются убить. Ну и, кстати говоря... А, Овера мув все доделся. Никаких убийств Оверов не будет. Нужно делать стенку. Только со стенкой можно будет выход сделать. Овер минус, кстати, будет. Надо контролить викинга. Что происходит? 3.85, а Оверку 3.263. Понял, насколько медленно летает. Ну да, намного медленнее Овер получается. Летает викинга. Даже с мумом. 10 цех пошла. И банша заказана. И, кстати, лаба на вараке фейковая была, обратите внимание. Заказанным стимом, то есть да, показал Дарк, что да, я сейчас типа бил, буду играть. А сам играет киложур-то. Баншу с инвизом. Танковый завод перелетает, факторочка. То есть будет танчик произведен здесь, судя по всему. И выход мех будет. Но тут Steam будет, но более поздний. То есть с инвизом фейканул, но в Steam все равно выходит. Киложур не хочет меха играть, да он меха не особо. На улице уже метель, пока когда началась. С утра такой. Прошу прощения, не с утра. В районе 11-12 такой снежок легкий шел. Что, тут опять киложура прессует Дарк. Может ли с баншой отбиться? Ох, мародер как встал здесь. Но он не сдержит здесь ничего все равно. Фаербулы поперли на бункер. КСМ-ки падают. Что-то Дарк, ну очень много. Здесь депоху-то хоть закрой, киложук. Депоху закрывает. Две минки сейчас выйдут первых. Но здесь есть фаербулы. Вот в чем прикол. Линги забежали. Сейчас будет минус минка, ребят. Короче, Дарк просто унижает. Я смотрю на это и вижу, что он реально силен. Своего Реводжера накрыл сейчас. Сел викинг, минус викинг. КСНки дерутся с лингами. Даже если киложур здесь отобьются, без шансов. Здесь смотрите, сколько рабов уже. ГГ. Чё-то это просто разнос вообще вкал. Посмотрим, как с Джимом сейчас Дарк отыграет. Ну, киложур-то Джима выбил.
Привет, Алекс Пенкин. Привет всем, ребят. Ну что, Джим против Дарка сейчас будет. Видимо, здесь настолько два жестких игрока в этой группе, что только Бьян Дарк будет интрига. Но зато какой матч будет, ребята. Ну что, ждем, пока почеркают карты. Развитие геморроя может привести к операции. Ну что, ребята, что-то пока не начинается ничего. Так, смотрю тут видюшку. Ни хрена, левая видюшка. Хочу все посмотреть, как Витязи на СМах летают уже. Вот. Но что-то нет пока. Рекламку пилю, ребята. Задержка 90 секунд, помните об этом. Так, ну что, пошел инвайт, пацаны.
Сегодня помимо Лайфенга еще полуфинала, ой, финальная часть Старлайна будет. Сегодня Топ Докс будет, ребят. Так что сегодня много всего, помните об этом. Не пропустите. Вот. Ну и последний день сегодня марафона, помните тоже об этом. Поэтому поддерживайте меня, подписывайтесь на премиумы. Адлоки отключайте. И через плеер, либо по реквизитам, лучше, конечно, через плеер. Ну что, ребят, погнали, Дарк против Джима. О, Джимми, ты что творишь, Джимми? А зачем пил он первый дома-то оставить было, я чуть не понял. Все-то мозги ты. Вообще не вкуриваю. Зачем пил он-то дома? Сегодня Джим вообще не заморачивается особо. Я вам так скажу, он просто пилит гиты и все. Надо здесь, наверное, еще один гид пилить, потому что здесь будет застревать зелок, а один спереди вот так вот. Тогда будет им удобнее выходить всем. Если один здесь запилить, он будет, возможно, через газ точка сбора стоять, кривовато будет. Четыре. Гайте, прокси-гиды делаются с пилоном дома с одним? Вот именно так. Мне вообще-то казалось, что выводится просто пробочка пораньше, как бы, и первый пилон здесь делается. Хотя, с другой стороны, на первом пилоне что ты там настроишь? Ну так просто ну хотя 4, да, видимо, 4 гита так выгоднее даже делать. Посмотрим сейчас на поведение Дарка. Он пока ничего не понимает, как бы, но как он отреагирует? Прикол в чем? Карта гигантская. По расстоянию соверы не успевают тупо до мейна долететь. Но из-за того, что это гиты со второго пилона, посмотрите, здесь уже пул есть, как бы, то есть. Здесь есть варианты, как бы, для Дарка. То есть он может, как бы, запилить плеток, переселиться там на вторую куда-нибудь базу, еще что-нибудь. То есть у него муф уже пошел. То есть он лингов может намастить, в конце концов. Привет, Акирыч. Будет прокси Дарк проверять. Проверяет, сейчас он удивится. А не, на второй базе не проверяет. Там за кустами гейты стоят. Гейты за кустами стоят, Даркон. Здесь третья хата пошла, просто прикол вообще. Ну. А вот и зелки выходят. Видит Дарк, это хат сразу отменять. Плетки на второй пошли резво просто. Ну я говорю, он, наверное, на вторую будет переселяться просто сейчас и все. Заходят зелы. Ну, пул надо выпиливать, как мне кажется. В наглую прям сюда идет Джим. Еще один зелок заходит. Здесь две плетки. Я не знаю, почему Джим именно сюда пошел. Если Джим не умудрится не пробить Дарка в такой ситуации, это будет прям прикол. Но Дарк, Джим залез сейчас прямо в самое осиное гнездо, в общем-то, зерговское. И здесь иди, Дарк отбивается, смотрите, просто. Плетка есть. Надо сваливать зелками нахрен из-под той плетки. Изи оборона от Дарка.
изи просто оборона от Дарка. Я думаю, что нужно было Джиму просто, ребят. Так, два зилка ушли. Мертвый, мертвый, просто мертвый. Просто мертвый. Дарк красавчик. Просто насколько мгновенная реакция. Увидел. Вы видели ФП был? Он увидел зилков, через сколько секунд он плетки запилил. Я думаю, что через 5 десятых где-то. Через полсекунды примерно. А то и меньше. Ну все, пишем ГГ, выходим. Джим еще на что-то рассчитывает. Да быть таким мертвецом, что просто не убить шестью зилками, когда Зерга не готов был. Все, он увидел только на шести зилках это все дело. Так, ну все, в пробу крывается, да. Пишем GG, выходим. Здесь плетка, здесь линги, короче. И прикол в чем еще, что вот смысл сюда врываться, даже если оппонент строит плетки. То есть Джим думал, что Дарк тормоз, как бы он запилил плетки только-только. Сейчас он придет, а они только заказаны. Дарк среагировал моментально, поэтому к его приходу уже плетки достраивались. Вот в чем прикол был. А если бы Джим делал следующее, просто пришел бы, выпилил бы здесь пул, например. И еще в зилки бы подкопились. И вот тогда с 10-12 зилками он бы там разгромил бы скорее бы все. И был бы вариант перейти еще в макро, там застроиться дома. Ну, то есть... Печаль. Че это за значок Дарк присылает? Какой-то значок присылает Дарк. А что тут есть какие-то? Какие-то закрытые смайлы лезть? А, приобретите в Владыку Талдариму. Крена, я не знал, что в StarCraft тут такое есть. Почему их нельзя открывать какими-то прохождениями бы? Ну что, Дарка 1-0, что Джим-то в этот раз-то сделает? Что-то Джим сегодня вообще, короче, он что с Киллажуром не играл, что с Дарком не играет особо. Еще, конечно, сегодня будет Киллажур Бьян и Джим Бьян. Посмотрим, что там будет. Может, там получше отыграют они. Ну, что-то по играм с Дарком я смотрю, что ни тот, ни другой не готов. Ну, еще Дарк Бьян самое главное, что мы должны сегодня увидеть, вообще, в принципе, здесь, да, как бы на этом турнире. И вообще, посмотрите, началось все в 2 часа, получается. Прошло менее полутора часов, уже 3 бо-3 сыграно. То есть, это придется долго, походу, играть нам, мне, этот, перед Старлайном-то.
Мы что-то рано освободимся, судя по всему. Так, все, 16 на мэне пробок, перевод на второй идет. Нексус первый, кстати, был билд. Я всегда не понимал, если у тебя есть возможность сделать нормально, нахрена делать стенку вот такую вот, с проходом вот здесь, чтобы твои юниты вот так вот обходили все, когда Нексус будет, сделай ты проход здесь. Во-первых, отсюда атаковать проще ранжовыми юнитами вот этот проход. Здесь придется заходить сюда, чтобы атаковать. Во-вторых, здесь ближе переводится все. Короче, хз. Какой-то стрём сплошной, не знаю. Дарк играет через муфловером, залетает, смотрите. Здесь гейты Роба и Глефа резонирующие. И та вообще два пока. ХЗ, с одной стороны, как бы, в таком билду надежнее можно выйти в третий Нексус. Почему? Потому что если будут какие-то роучи там ранее, и Мортлов можно пораньше заказать будет. С другой стороны, под пуша особо не получится, не знаю. А, здесь вообще адепт Улын, офигеть. Там муверы на муве летают, он адепт Улын и пилит, но дает вообще. Садится 6 лингов овера. Здесь сталкер встречать собирается. Дропаются линг, надо сваливать сталкером под пилон. Уверчаш надо ставить, ставит уверчаш же. Так, здесь есть адептоны. Одна пробка погибла. Все, призмой пора лететь вперед на самом деле. Там роучи поперли. Идеально играет Дарк в этом плане. Я думаю, Джиму имело бы смысл сейчас отменить гейт, заказать Нексус и Иммортал устроить. Все. Там Дарк абсолютно готов, тем более он по рабам, у него меньше как бы. Адепт Улын здесь бессмысленен уже практически. Дарк делает все просто идеально практически. В плане обороны, в плане всего. Причем настолько тут уровень разный, что походу моя даже похвала Дарка не зайдет ни хрена. Пошел до варп еще адептов, ну и что делать. Тут уже роучи реведжеров миллиард. Кстати, тут лингов много, может попытаться как-то на этом моменте сыграть, там лингов повыпиливать, я не знаю. Если Джим сюда ворвется, то это автогг, конечно. И третий Нексус Джим все-таки ставит, как вы видите. И забегание пошло, лингов уже. Не успевает Джим пробить камни. А Мазеркор где? А Мазеркор на мейне. Провал, провал, ребята. Просто полный провал. Хотя нет, здесь адептов навартит сейчас джем. Даже пилон не погиб, в принципе. Призмой можно поворываться. Ну, как теоретически еще шансы неплохие на переход макро, если вот таких ошибок глупых не делать. Нахрен джим сюда телепортируется, не понимаю.
вообще, блин. Ну вот эскейп нажми, иди сюда, адептами. Зачем телепортнулся, взял, отдал, все. Там иммортлы. Ну, то есть отдать всех адепт, чтобы строить новых вообще. Так, нет, Биан еще не играл, привет. Болельщик Биана. Разведают в очередной раз Дарк. Плюс один заказал оранжевую джиму, только фаржа делается. Здесь адептов много реально скапливается. Что они собираются делать, что собирается джим делать с этими адептами, пока непонятно мне. Куда он идет, я чуть не понимаю. Что за чушь он делает? Что он вообще делает? Может, мне кто-нибудь объяснить вообще? По адептам фаерболы проперли, нормально. Спорку фокусит, просто красавец, блин. Фокусим спорку, давай. Давай, блин. 17 дронов, кстати, минус му при этом всем. А кто хату выпилил, кстати? Дарки выпилили хату. Смотрите-ка, 56-44 по лимиту, а тут у Джима шансы появляются призрачные какие-то. Сколько у Дарка роучи? Ну, у Дарка 28 роучи, адептов Джим не отводит. Мимо. Ну, что за мертвечина такая? Почему не отвезти-то их назад куда-нибудь? Что здесь есть-то вообще? Иммортл есть хоть один? Ноль иммортлов. Я не знаю, как Джим тут еще куда-то вперед поперся. Лапил он здесь ставит. Исченджинги запилены. Здесь есть две королевы. Три даже королевы. Если можно призму спокойно сбить бы было бы сейчас. Игра приостановлена. Так, что случилось? Very luck. То есть поэтому на адептов наотдавал столько. Если сейчас Джим отобьется, то у него все хорошо, как бы. Главное, чтобы экономику не уничтожило вообще. Если нет, то понять, что ГГ. Игра возобновлена. Филды неплохи пошли от Джима. Верчажа надо ставить. Мортл номер 2 строится. Верчажа 2 здесь есть. Вот, смотрите. Вот то, о чем я говорил. Нахрен проход там строить с пилоном. Давар Статрус, 116-134. Второй Мортл выходит. Третий строится. Призму мертвец этот слил сейчас с дарками просто. Нахер призму-то слил, не понимаю. Дарка на 20 рабочих меньше. Опять два оверчажа выставил. Можно хоть один бы хотя бы выставить. Не спешить с двумя-то оверчажами. Фаерболы новые падают. Филды переставляет Джим. Короче, ему все равно не хватает здесь, чтобы подбиться. Вот был бы контр-врыв здесь призмами. Можно было бы что-то сделать. Даже при таком раскладе Джим не может победить. Но в этот раз... В этот раз хотя бы пободался. И сейчас ключевой матч будет, конечно же. Бьян против... Дарка. Я даже переименую сейчас. Я, кстати, не переименовал, что FP. Биан здесь. Секундочку, ребят, сейчас я приду. Чаек начинает уже напирать, блин.
Так, привет всем. Хостел. Где найти опенинги? У тебя в голове. Либо у меня в группе ВКонтакте выложены реплеи за с корейского сервера, за начало нового патча, как бы. Вот, за последние два дня еще не выкладывал, но сейчас пройдут лайфенги. Четверг, пятницу СГЛ, я думаю, в пятницу к выходным в качестве приза, сюрприза выложу еще один пак. Ну что, Beyond Dark, ребятки, поехали. Ну а вы помните, правда, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно, потому что марафон еще не кончился. Ну, если ты, ну, зайдешь, там увидишь, короче, там пониже всяких записей пак есть, как бы репок выложен. Вот. Ну и сегодня последний день осени, ребятки, кстати говоря. За Близкон, Бьяну и Конку. За Близкон, Бьяну дали 200 тысяч долларов. За победу. Я думаю, этого достаточно. Помимо, ну, и иконок не надо Бьяну особо там никаких. Там как-то обещали для победителю какую-то особую, которую можно покупать будет людям сделать. Ну что, ребят, второй барак, нет масс-риперов, нет меха, передроп мариков, в общем-то, Билл играет Бьян. Ну что же, посмотрим, посмотрим, дойдет ли до фокуса Бэйнов. Реванш за Близкон, финал. Конечно же, даже если Дарк победит, это не может считаться реваншем, потому что турнир это, во-первых, будет 3, не будет 7, во-вторых, турнир несоизмерим, да, как бы, по призовым и по престижу. Но, так как личное противостояние всегда приятно. И Дарк, кстати, обратите внимание, в этот раз... А, не, погодите... Опять, да, хата первая была, то есть мув ранее была Дарка. Я уж подумал, что он не мув первый делал сейчас. Нет, все-таки Дарк мув делал. Бьяна строится марики. Сколько у Дарка лингов? 4, ну там 3 марика. А Рипер где живет вообще? Где он? А вот он на Ксилнаге стоит и палит все, что самое главное. КСМ-ку Бьян не спас уже. Привет, маньяк. Скоро лето. Не, у нас лето еще очень не скоро, потому что последние годы зима очень-очень сместилась. Поздно начинается и кончается поздно. К апрелю самое раннее, а то и к маю бывало года.
Ну, это в этом году, кстати, зима уже началась до Нового года. То есть уже это уже сейчас оттепель была, сейчас опять минус и снег. А до этого был минус и снег уже недели две назад, три. Фактически в начале ноября. Такого давненько не было. Может быть, и рано и весна начнется. Посмотрим. Но не факт. Инженерку ставит Бьян. Полная стенка. Инженерка одна пока что. Идет выход. Что-то линги бегают. Одного Дарк потерял, но Мариков спалил. Такой выход под треть. Идет здесь второй медивак-то вообще, погодите. Как Бьян умудрился один-то построить? А, у него то ли саплай-блок был, я вообще не, ну, пропустил этот момент про Маргар, то ли еще что-то. Вообще-то медивак Дарк сразу продемеджил. Как-то Бьян криво начинает здесь. Вообще-то пришел, ничего не сделал фактически своим выходом вот этим. Правда, еще один медивак есть, и новые марики загружаются, и либератор еще полетит на мейн. Так, немало крипторов. Ну, а второй дроп полетит, присоединиться к этому, да. Мариков зато здесь будет много. 7 здесь, 14, получается, 21 марик будет сейчас здесь у Бьяна. Так, криптумер один подрезал. Тимпач Собьян, все, начинается контроль, в королев врывается. Линги без беллингов здесь, медивак один живет. Не хочет Дарк ценой жизни нескольких королев фуксить медивак, но Бьян и так королев зашатает здесь, ребят. Заходит прямо в минеральную линию. Медивак выпиливает Дарк все-таки, ну крит дэмэдж-то уже получен здесь, смотрите. Сейчас линги выйдут, лингов надо на стиме пробревать. Если хата упадет, у Дарка все очень плохо будет на самом деле. А упадет ли хата? Нет, хата выживет, здесь Дарк ее спасет, судя по всему. Есть трансфьюзы у королев, пошли трансфьюзы, линги новые уходят, а марики слишком все дэмэджные оказываются. Но, безусловно, размен на руку был Бьяну такой. А где либератор вообще? Вот он на мейне. Палатинчик поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает: за родину, на победу. Спасибо, Палатинчик, большое спасибо, пацаны, всем за поддержку, очень приятно. Вот. Ну и давайте смотреть крутые игры. 81-70 по лимиту потери просто. Ну, Бьян немало потерял тоже, конечно, но вот эти марики здесь разорвали просто. Просто разорвали. Но я еще бы не стал Дарка списывать даже в этой игре со счетов. Бьян идет дожимать. Метель, ну вот это с вашей стороны к нам и приходит сюда тоже. Потому что я говорю, в 11-12 часов еще только так падать начинал снежок. Сейчас уже прям серьезная метель. Фокус Бэйнов, хрен... А, погодите, у них же 30 хп, здесь Бьян завтыкал. Я забываю, что после мува только в бейлинге это получаю здесь 40 хп. Но вот, посмотрите, ударка 2-2, у Бьяна 2-1. Ударка все по грейдам хорошо. Бьян 7000 ММР, кстати, уже в новом патче набил на корейском сервере, ребят. Ой, не повезло этим дропам, Бьян, уходи, только один медивак сможет уйти. Второй не смог. С 25-104, но по лимиту... По лимиту Бьян все в плюсе. Странный формат турнира. Два лучших игрока в группе играют.
Будешь турниры пилить, будет, например, не странно делать формат. А если два чемпиона мира играют на чемпионате мира в одной группе, то потом тоже в конце турнира можно сказать, да, какой-то странно это был формат. Два играли в группе и чемпионами стали. А так, если что, напомню, два игрока из группы выходят, здесь не один. Поэтому очевидные фавориты группы, я уже говорил о них, это как раз Дарк и Бьян. Но Дарк вообще всех без шансов разорвал. Бьяном уже более туго идет, но Бьян это Бьян. Сами знаете, это автоматон, короче, это... Как на каком-то из стриме я предположил, может быть, это и есть тот искусственный интеллект, о котором, короче, Blizzard договорили и Google, просто он уже воплощен в форме живого человека, как бы, да, и он учится, как бы, а дальше и дальше он просто будет лучше и лучше играть. Ну, смотрите, Dark стабилизировал, и здесь такая жесткая стадия начинается. Заблудился Марик минус Марик. 2-1 у Бьяна грейды похуже. Вот лимита больше грейды. Ну, посмотрите, как Дарк крип тянет. Просто он только что был Бьян здесь и выбивал его крип. И он уже новый здесь, везде есть. Ну что же. Ну тут Бэйна неплохо врывается. Бьян не успел рабочих спасти там. Если у Бьяна нет фугасов. Да, фугасы отсутствуют. Косяк очень жесткий. Бьян этого и так и не заметил. Фугасы в такой армии. Ну, это не ключ, конечно, к победе, но это круто. Так! Ой, какой Микос сейчас может из-под земли-то пройти. Жесть, пошел Микос из-под земли. Заходит Бэйна. Инфестор все еще живой. 49-63. Вот один Микос и Дарк-то в плюсе уже здесь. По всем параметрам. Фугасы. Заметь, Бьян, что у тебя нет фугасов. Бьян не замечает, что у него нет фугасов. Вот эти диверсионные инфесторы сейчас очень жестко решают, на самом деле. Четвертую цеху Бьян строит. Здесь один такой беллинг прикатывается. Опа. Меня, говорит, не видно. Я в домике. Под землей. Ну, кстати, с двумя, погодите, с двумя когтями. Сколько у него дэмэджа-то? У Бэйна по легким-то. 43. Не, он не убьет, как бы, КСМ-ку. 100% не сможет с удара убить, в отличие от процесса, например, рабочих или зерговских. Искусственный интеллект, это Innovation, все это знают. Особенно чатовские эксперты, чей интеллект вызывает сомнения лично у меня. Вот. Иногда. Да и у многих, наверное, людей, которые в StarCraft играют. Отменяет Бьян хату очередную. Что-то вот Дарк странно, вот мне кажется, он мог бы агрессивнее действовать, больше забеганий сюда делать. Здесь даже не планетарка, а просто... орбиталочкой. 4 медивака дроп на мейн прям заходит со стороны Бьяна. В это время врыв отменяет крип. Какой мультитаск, а? Он и здесь успевает тут что-то сплититься по чуть-чуть. Загружается, улетает. И здесь успевает прям с медиваками контролить. И здесь минки на четвертую заходят. Вкопай их, Бьян. Или сейчас их вкопают, юнит из эрго. И здесь ему... Что он творит вообще? Минки бы еще успел закопать. Все, тогда вообще дичь какая-то была бы. Но он успевает сплитить здесь и здесь, черт побери.
мародерами за танком. Ё-моё, что творит этот Бьян? 140 на 122, ничего не, не предвещало беды для Зерга. Взад-вперед Дарк бегал по своему крипу как царь, имея там просто штук 40 бэйнов и лингов штук 100, наверное. Но прилетел Бьян и объяснил, что не так все просто на самом деле. А есть уникальный армор на ультру? Нет, нету. 6 заказал, панцирь не заказал. Что за бред? Там здесь какие-то забегания были, но лимиты пока... Не, ну Бьяна меньше, тут контр-забегание было от Дарка. Дарк тоже на месте не стоит. Не, ну Бьян, конечно, что творит, это жесть вообще. Смотришь, иногда поражаешься, какой у него мультитаск. То есть он умудряется здесь сплитить и не забывать еще и здесь успевать сплитить. Это, конечно, не прям одновременно происходит, но именно тогда, когда надо. Ну, здесь минки не успел вкопать. Так, Никос пошел, понимает Бьян, здесь катастрофа для него. Разгружается, заманивает в Либератора Блинга ультру. А Либераторы нормально тут долго. Блингов выпилят, все выпилят. В это время опять на мейне дропщик. Ультрал без армора, Бьян это замечает. И мариками на 3-3 просто угромит. Вот здесь ультралом можно армор выпилить. Давай, Бьян, пили армор. Ультралы останутся мягенькими, правда, не такие мягенькие они, как в предыдущем патче, сейчас вы сами прекрасно понимаете. У них есть 4 армора, так бы было бы 6, с третьим армором 7. Здесь у нас либераторы обороняются. Ультрал минус на либерках, здесь ультра заходит, но она без армора, напомню вам. Бьян изи, поэтому ее катит просто. 128-128. Куда-то Дарк ломится, и нигде ему ничего не сделать. Привет из Даимба. Привет всем. Мулов есть. Посмотрите, энергия подкрылась. 5 новых пошло. Минералы, значит, будут у тирана. Бараков сколько? Бараков 8 штук. Так, сейчас на бейнов. Дарк взорвет Бьяну, много юнитов. Что ты делаешь? Я еще раз зашел на бейнов. Ё-моё, что за игра вообще, блин, жесть, короче. Вообще не понимаю, непонятно, кто победит, ребят. Дарк тоже не промах совсем, вы видите это просто. Несмотря на все Бьяна разводки, Дарк умудряется все четко сделать. Так, просто у него два монитора, две мишки, вот сплитит в двух местах сразу. Ты вот эту хрень написал, и у меня возникла идея, какая просто. Близзарды для чего хотят искусственный интеллект выпустить, короче. В общем-то, когда они его выпустят, как в танках покупают патроны, и всякие танки в Хардстоунах всяких карты покупают, и потом ими играют, а у других нет. Просто будут за бабки, короче, Близзарды продавать искусственный интеллект, и ты сможешь как бы его в Архон брать, просто он будет тебе помогать управлять, а у кого нет, извините, бабла, как бы вы сами контролите, как бы, типа, вот. А еще, кстати, идея такая, да? Новый уровень, короче говоря, зарабатывания бабла для Близзарда. Так, ну тут Бьян подблочил с двух направлений, попытался, но в итоге снимается, уходит назад. 175-153 по лимиту. Опа, вайпер, ё-мо, 5 вайперов, это вытянутые либераторы, это паразитические бомбы в медиваке, это больно. Караптеры есть у Дарка уже. Ну, боевого лимита Бьяна больше, намного.
Ультрал Кеверн так и не восстановил, не сделал армор в ультре. Ну, это бред вообще. Реально бред, что не восстановил Ультрал Кеверн. Ультралисков 4 штуки, но они мягенькие вообще абсолютно. Так, пошел на лом вайперов, Бьян выпиливает, хитрый дарк тут с двух сторон вайперами решил залететь, ага. Минус 4 штуки просто как не бывало, один всего остался, но это ГГ скорее всего. Так, чуть-чуть отдалим, идет Бьян вперед, дарк здесь щемится рядом. Подходит Бьян дальше, все, без вайперов, думаю, здесь без шансов драться дарку. Пошел замес жесткий. Паразитические бомбы по медивакам, да. Либератора нет, не вытягивается, потому что вайперов нету. Без вайперов никак. Подходит еще био-группа, еще либераторов много подходит. Караптора есть, но им надо под био ломиться, чтобы либераторов убивать. Пошел замес. Ну, вот сейчас словил момент, дар, когда разложены либераторы. Но посмотрите, как ультре больно зато. Приближая назад, идет движуха. Фокус ультралов просто и все. Ой, как Минка по своим сейчас дала. ГГ пишет, тем не менее, дарк. Это печаль. Ждем инвайта, ребят. Сейчас полотенчика добавлю. Спасибо, полотенчик, тебе за поддержку еще раз. Изи Близкон, СНГ, все три места за донат. Ну там будут такие всякие шейхи сидеть нефтяные там. Типа вообще, то есть, кому много задонатил, то самому не надо играть, типа, у тебя интеллект продвинутый, там, знаешь. Есть непродвинутый, не направляет рабочих на ближние минералы, а есть такой там и на ближние направляет, и все дела, короче, и нигде не втыкает там. А чё, как бы, если вот идеальную игру, прикиньте, двух раз, как бы, то есть, смотреть, можно вычислить тогда было бы, кто дисбаланс всё-таки в каком моменте, да? Если прям сверхидеальный интеллект играл бы. И за одну, и за другую.
Ну что, 1-0. Гребаный робот Бьян сейчас мне ставку сольет. Где-то в мире грустит один Бьян, вот он здесь, но в игре он не грустит, когда против него ставки ставят, понимаешь, как бы, ну... Бьян уже обидно, в него не верят, а он в интервью говорит, что мой подход к Старкрафту — это выиграть каждую игру, понимаешь, как бы, каждую, никаких там турниров, как у нас там, деньги, а просто каждую каточку в Ладере, в турнире Лайфенкап, на Близконе. Так, то же самое перед Рок Мариков. Ну что, ребят, после Бьяна Дарка будет Бьян против двух других игроков. Килажура и Джима. Посмотрим, как они сыграют с ним еще. Вот. Ну, учитывая, что Дарк их разорвал, не знаю. Бьян все-таки тиран другой расы играет. В любом случае будет интересно. ТВТ, ТВП там будет. Не отдает Рипера Бьян. Реактор под Старпор. Все стандартно. А стенку начинать здесь делать на второй. А то тут просто проходной двор. Забегания могут получиться. Жесткий ударка. Дарк в этот раз с Роуч Уроном играет. Без стенки как-то печально все здесь выглядит. Рипера подрезал, гаденыш Дарк. Бьян не прикрывал ее. А когда пацаны тебя не прикрывают, ты исчезаешь, как вы знаете. Рипер познал эту истинную цитату в Поме. В чатике и так могут вычислить в чью пользу баланс, а знаешь почему? Потому что не искусственный интеллект. Ну, почему, точнее, знаешь, почему они неверно в чатике, те, кто вычисляют, вычисляют. Почему? Потому что искусственный, но не интеллект. Боты, потому что просто. Вот когда интеллект запилят, тогда, может, и в чатике выяснят про баланс, как бы. Вот. Готовы бараки. Ну что, прилетает дроп, начинает Бьян хату шатать, хп падает очень-очень быстро, я вам скажу, у хатки. Дарку ни в коем случае нельзя ее отдавать, поэтому он вступает в бой с мариками, хат не отдал. Ну, 370 хп, здесь 4 королевы встречают, не надо Бьян лететь. Блин, как же у них все жестко на таком уровне, а, игры, это просто жесть какая-то. Везде все, казалось бы. Вся армия здесь, еле хату отбивает. Бьян летит сюда, все, шах и мат. Нет, здесь королевы уже стоят. Потому что Дарк знает, куда еще Бьяну лететь, кроме как на мейн шатать. Здесь еще марики прилетают. Плюс один там рейнджовый, еще два реводжера. И мув роучинг делается. Здесь камни пробивают, чтобы не просто было ворваться. Либератор на мейн залетает. Королева есть, но одна здесь. Факта. Заходит Бьян, а Дарк тут камни шатает, вы видите? Так, реводжеров врываются в наглую Бьянчик. Отошли они за роучи. Сейчас, ну, все равно Дарк здесь терпит. В итоге еще Либератор на мейне прилетел. Здесь королева отбивает. Ну, хата-то сейчас может упасть просто третья. Пытается Бьян ее сфокусить. Сфокусил хату. Это катастрофа для Дарка. 76, 77. Отменяются там роучи. Хата восстанавливается на четвертую, видимо, сразу ставить. Барабан пока, конечно, Дарк в плюсе. 1-1 делается, но потеря хаты — это печаль.
Так, ну что тут? Шаталити идет. 2-1 у Бьяна. Ударк тоже вторая атака закан. Здесь 4. Так, 4 роу еще встречает дроп. Как в футболе не умеет играть только сборная страны. В футболе другой вопрос вызывает, как бы, момент. Эксперты, которые эксперты, в кавычках, эксперты или эксперты, неважно, они не получают бабла столько, как донные футболисты. Вот единственный там в чем вопрос, как бы, наши. Так, Бьян двигается вперед, 137, 125, 4 роуч проходит, копайся, копайся, Бьян. Так, здесь 4 заходит, здесь роуч один умудрился на вторую пройти, но погиб в итоге. Здесь 4 роуч харасят, Бьяна здесь роуч и рейлджер есть в атаке. Здесь приходит Билл, где еще 3 роуча? На мейн перелетает еще 3 роуча. Танки раскладываются, хату надо отменять, новая здесь пошла, да. А здесь шаталити по всем вообще направлениям идет, 4 роучей. Уничтожили здесь юниты на третьей базе. Здесь сплит пошел. Один роуч на вторую куда-то ползет. На мэйне по сторонам все засплитилось в итоге. Овер падает. 49-45. Бьяна растянут немножечко боевой лимит. Будет ли Дарк биться за эту хату? Не вижу смысла за нее биться, если нападать через этот проход только. Вот если с тыла завести часть юнитов, может что-то и вышло бы, конечно. Дарка все плохо как-то, ребят. Грейды равные. Третью Бьян ему не дает занять никак. Потом сейчас восстанавливают. Третью, четвертую ставят, конечно, но... Как драться-то? Только вот сейчас инфесторы добавляются. У лингов грейды печальные. Ультру возможности выйти особо нету. Никакой. Еще один роуч здесь ползет на второй базе. Сныкался диверсант, начинает плеваться. Заплевал одного, ну пришли пацаны, побили. Застрелили, расстреляли, уничтожили. 171, 171, я... Так, Дарка держится, неплохой боевой лимит пока еще. Вот эта группа у Бьяна, ребят, она отделена вообще от прироста. Вот на этом можно моменте сейчас сыграть Дарку. Что мешает ему сейчас через крип подползалочку сделать под Бьяна и выбить, например? Ведь можно на... Смотрите, сколько много. Если вот эту отжать часть юнитов, то тогда не сможет соединиться. Привет, Илюх. Насчет монобатла неизвестно, потому что во сколько кончится... Ну, скорее всего, что-то будет, как бы, потому что раньше 19.30 этот турнир в любом случае кончится. Будет монобаттл или нет, я хз, потому что, так, фаерболы по танкам пошли. Потому что, что пацаны делают, я не знаю, и Паша в частности, потому что у меня нету трансляции с каких-нибудь веб-камер у него из дома. Я думаю, что он может еще спать. Димага я видел, уже ладер катал с утра там. Так, либераторы на третий прилетают. Ой, как больно. Как больно, ребята. Как же больно. Дарк очень медленно реагирует. Похоже, что все плохо у Дарка и в этой игре. Здесь очень много танков био. Сзади есть Микос. Инфестор кидает. Микос, фаербул. Вообще танки перераскладываются. Танки надо пробривать. Дарк идет вперед. Какие ж микозы дикие сейчас прошли, но все равно тут что-то Бьяна многовато как-то. Хотя, не смотрите, рейлджеры справляются. Но либераторами что делать? Что делать с либераторами? 22 дрона они уничтожают. Сейчас это разгром просто экономики сейчас Дарка был. Но у него есть добыча все-таки. Все-таки осталась добыча. Королевы идут отбиваться, дроны туда-сюда катаются. Добычу нужно восстановить. Еще 2 дрона погибло. Королева заходит раз на трансьюзить ее. Трансьюз же, Дарк, ты королев-то своих не... Вот.
Хорошо, что там не погибли. Здесь Роуч и Реллджеры двигаются вперед еще. Микоз будет. Микоза не вижу. Я что-то фаербулы по танкам пошли. Танки еле живые. Там две штучки. Но все-таки Дарк продавливает. 109 на 96, 68, 43 по боевому лимиту. Где Инфестор-то? Погиб уже, что ли? Похоже, что Инфестор погиб. Как же тут вообще все жестко, а? В этой игре. Бьян пытался четвертую занять. Здесь овер какает. И настолько игра напряженная, что... не прогнать этот туалет общественный отсюда. Бьяну нету просто юнитов свободных сейчас на данный момент. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Ну что, тащи, Бьянчик. Хочется третью игру здесь. Цеха сейчас будет пытаться сесть, но не, она не сядет никуда. Так, восстанавливает Дарк рабочих. Делает инфестор. Здесь, кстати, вот еще баска новая добывает. Вот отсюда надо перевести часть рабочих. Роуч здесь, хитрец Роуч. Надо уползать. Уползай, бить Дарк. Если бы уполз, вообще бы круто было бы. Сюда куда-нибудь, вне рейнджа Вижена. Здесь харас минеральных линий был со стороны Либератора, но везде Дарк готов. Бьян тут в центре пытается планетарками все подлочить. У меня такое ощущение складывается. Получится или нет, без понятия, подблочить там планетарками. Так, 151-157. Бьян доделывает очень опасные грейды. Дарк пытается выйти в ультру. Блин, ну ультра, она, понимаете, как бы она без вообще атаки. То есть когтей 0 ровно счетом. Не говоря уже об арморе. То есть третий сейчас тяжело заказать. Коготь-то первый сейчас в легкую может Дарк заказать сейчас. Причем он важен, этот коготь. 62-58 по рабам. Бьяна еще раз. У Бьяна микс как бы не меняется, получается. У Дарк пытается его изменить, но ему нужно выдержать будет еще один налом. Практически с 200 лимитом. Фаербулы пошли от инфесторов. Хорошие фаербулы, точнее, пошли от реведжеров. А инфесторы микот кинули. Опять либератор прилетел. Опять начинает бомбить здесь на 3 часах. Успевает так отвести рабочих. Дарк перекап спорку. Бьяна улетает просто тупо в другое место. Королева приходит, перекапывает спорка, но какой контроль везде, какой нужен контроль, какая-то тяжелая работа, конечно, все это дело. Это просто жесть вообще, сколько контроля здесь просто тратится. Так, приходит вайпер, зелень на танк, красная, еще три дальних, зелень тоже пошла, фаерболами можно танчики выбить, не получается ударка ничего такого сделать. Идет Бьян вперед, Микоз-то где вообще? Почему Микоза больше нету? Танки перераскладываются здесь. Роучи бой принимает, Роучи терпит очень жестко. Лингову парочку здесь в этот микс. ГГ пишет Дарк, там какой-то дроп был. Бьян 2-0. Дожал все-таки Бьян, но Дарк, конечно, четкий уровень демонстрировал. Ну что, Бьян... Скорее всего, победитель этой группы, очевидно, но нужно досмотреть еще все. Ну, Дарк второе место займет уже, скорее всего.
Заказывал, кстати, Бьян Лингов, удар, точнее, Лингов. Ультру вот не успел он заказать вообще. Бьян еще дропчик небольшой умудрился сделать в это время. Борис, выбор, если либо усердно работать, либо усердно тренироваться. У всех такой выбор есть в мире. Вот. Быть лунтиком, либо быть человеком. Привет, Васяш. Ну что, инвайт попёр, заходим. Бьяна мы еще увидим сейчас, ребят, стопудняк. И Бьян будет играть сейчас, по-моему, с Килажуром следующим он будет играть. Да, ТВТ-нчик сейчас будет.
Ну что, ребят, поехала ТВТ-чка. Некие бейтики, кому интересно, ставочки все эти есть. Будет Рики, Лажур, Бьян и Бьян против Джима у нас. Потом у нас будет, соответственно, 19.30 Starline будет. Но это будет чуточку позже. Да, сейчас напишу. ТСМ готов. ТСМ Ну что, ребята? Бьян против Киллажура. У Бьяна лаба под старпорт сверхранняя. Просто поперла. То есть Киллажур, конечно, тоже старпорт заказывает, но у него лаба заранее подготовлены, под него нету, получается, как бы. Ему нужно будет перелетать, как минимум. Что за новые микозы? Микозы старые. Но теперь инфесторы умеют кастовать из-под земли, вот в чем прикол. Ну что, инвиз у Бьяна, и там тоже инвиз, но я не знаю, сомнений, кто круче контролит баншу, у меня мало в этом плане, но случиться может всякое, там минка как-нибудь на халяву жахнет, еще что-нибудь произойдет. Здесь у Киллажура в центре гелиончик есть. Киллажур прям наглую в центре копается, кстати. Ну, почти Бьян здесь летел. Нужно изучать вот эти маршруты движения. Я бы мог сейчас испугаться, Бьян прям на минку рыпнул самок. Ну, хоть гелика подрежет, минка и то хорошо. Киллажур на халяву баншу Бьяну забирает. Вот то, о чем я говорил, ребятки. Посмотрите, происходит. Самого инвиза еще нету просто. Ну, Бьян ценой скана баншу забирает. Ну, тяжело Бьяну тут. Бьяну тут дэмэдж все тяжело нанести. На халяву Киллажур баншу забрал, даже без скана до инвиза мариками. Ну, не знаю, надо было, блин, свою применять грамотнее. Надо на мейн было, видимо, залетать.
Так, ну что, ребят, здесь танчики погнали вперед. У Килажура танки марики. А Абьян летит уже на двух медиваках вперед. Тоже два танка, 8 мариков. 10 мариков, правда, у Килажура больше значительно. В этом выходе, кстати, Абьян не готов. Хотя, не, если танк здесь разложит, может быть и больно. Да, здесь Килажур викингами на халяву Абьяна встречает. Здесь вроде как отбил. И сам вперед не идет. Здесь танк засиджить надо обязательно на второй базе. Кстати, Килажур умудрился сбить танки Абьяну все. Блин, ну вот что мешало всичь его поставить? Хотя бы там арики прилетели, прям дропнулись бы на голову бы Килажуру. Здесь он раскладывается, а толк-то, что он здесь раскладывается, не прям. Ну, постреляет немножечко. А здесь дропа... Один дроп просто из 8 мариков наносит демеджа больше, чем 14 мариков и 2 танка. Ну, по ЦЦхе, да, будет стрелять Килажур. А толку, что он по ЦЦхе. Сейчас викинг полетит, прогонит Рейвена, и Вижена просто не будет, чтобы по ЦЦхе стрелять. Вот в чем проблема. КСН тут пьет, короче, одним дропом Бьян убивает Килажура просто сейчас, и все. Все, прилетели викинги. Минус Рейвен, минус Вижен. Пишем ГГ, выходим. Против танка тут контролят, но танк по пехоте стеблет просто. 25-43 парабам здесь. Нет, 30 цешки нет. Ну, это очевидный, в общем-то, уже результат здесь, учитывая, что Килажуру против Ян, наоборот, нужно какой-то халявный, как бы, момент, чтобы довести до победы. Преимущество, что в равной игре с Бьяном очень тяжело любому в мире игроку. Вот был момент со сбитой баншой, конечно, у Килажура, но он потом потерял свою, как бы не смог ничего из этого момента вынести фактически. Только разве что у Бьяна один скан потратил, а Килажур нет, но это вообще смешно. Есть цеху Килажур вычинивает, вычинит сейчас. Пытается Килажур еще проатаковать. Боевого лимита, кстати, достаточно много у него. Дроп 4 танка тут Бьяну делается на ХГ. Ну, Бьяна есть тим, как бы Бьян изи отбивает. Еще сейчас минусует медивака, один танк минусует. Короче, 2 танка остается у Килажура. Здесь двойной дроп на мейне. Пишем ГГ, выходим наконец-таки вообще.
Ну что, вторая игра, ребята. Я на 1-0 сейчас. Пойду чаек солью. Подождите. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Вернулся, пацаны. Вьян зверь, а ты сомневался, походу, да? Я вот что-то уже давно не сомневаюсь в этом. Тем более он так спрогрессировал за последнее время, что просто жесть. В начале этого года Бьян был как бы просто высокого уровня, как и все. К концу года, к Близкону, он реально стал монстром просто. Так, Лажур двумя реперами прилетает. Куда сольешь, хочешь по вердоса рецепту? Думаю, тебе ты рад не будешь, если тебе так придется затерпеть. Ну что, тремя риперами прилетел, рипера оппонента убил, ну надо регениться вообще. Килажур делает орбиталку, как и Бьяну. Килажура три рипера расплечены сейчас. Пытаться еще раз ворваться на мейн даже не стал он. Я так полагаю, что дропчик. Дропчик 8 мариков плюс урыв 3 геликов сейчас от Бьяна будет. Летит он вперед медиваком своим. Ну, рипера по дороге встретит, видимо. А три гелика дома А, боится риперов, судя по всему, Бьян. Ну, не знаю, что их бояться. Лажура мариков немало, но он их сейчас засплитит на две части, и Бьян просто рампу ему начнет шатать. Это минус депошечки, скорее всего, будут. Че, врыв-то будет? Че Бьян стоит, не понимаю. Так, геликов приезжают, марики подходят. Геликов отведи назад. Куда ты их, ё-моё, выпилил? Ну, Бьян. Чертяга. Так, улетел Бьян назад. Тут риперы кот летят, кони летят. Взорвался гелик на минке. Аккуратнее надо быть.
Жестко Вьян фокусил сейчас, конечно, ребят. Он просто в Мариков так жестко фокусил танком этим последним ЭКСМ. Погибло 12. Здесь дроп на мейн опять зашел. Короче, двумя дропами Вьян разводит. 64-55 по лимиту. Разница, в общем-то, 10 лимита, но это разница в рабочих сейчас уже. Почему у Киллажора было бы больше, если бы вот, смотреть потерянных, если бы ничего не происходило. Какая разница, ведь что-то происходило. Киллажор делает контрдроп, в нем 2 танка и всего 6 мариков, хотя бы 8 было бы там. Здесь 2 на мейне остались, правда. Сейчас Бьян встретит прям идеально 3 викингами это все дело. Дичь-то какая, это просто дичь, ребят. Я просто смотрю и поражаюсь, это вообще... Ну, то есть, вроде по потерям еще и Киллажор что-то убивал, но в плане игры это просто, просто изничтожение какое-то, если честно. И вылетел... Ну, вот это реально как бы... То есть, Ян понимал, сейчас надропал Киллажору, у Киллажора как раз сейчас должно выйти 2 медивака, и, конечно же, отставая, он попытается дропнуться куда-то. Наверное, на вторую базу, потому что на мейне прирост обычно стоит. Он выводит викинга вперед, как мэпхак, короче, и славливает прямо. То есть он просто читает оппонента. Кто здесь такой шерстяной сныкался, а? Ты Чарлик сныкался. Так, чуть пенчика от Бьяна. Сейчас нечего пока смотреть. Симпль 1-1 доделался, Киллажора там армарин. Киллажора атака чуть раньше, чем у Бьяна. Бьян на золото, а не, на третью полетел в цеху. Очень быстро, как он все делает. Просто вот, цеху поднял и сюда посадил, это секунда буквально была. Садится ССшка. Здесь туретками вторую обнес. На мейне вот тут обносят вторую, а здесь вообще нету. Если обносишь, ну а здесь еще туретку, здесь таз запилить, здесь пусть прирост стоит, я не знаю. Надеюсь, тут 33. Киллажор еще на... Вот, смотрите, какой скан. Как Бьян попадает просто сканом. Киллажора выход сейчас. Пытался Бьян нагнать Киллажора. Нет, не нагнать. Киллажор отступает. Но Бьяна вторая факта расширяет он продакшн. Бараков 5 пока стимало, можно уже и побольше напилить. 2-2 у Киллажора делается. Киллажор пока, смотрю, так достойно после начала этого выглядит даже. Вроде как что-то происходит. Бьян просканил, попытался дропнуться сюда, но нет, здесь мариков 6 штук встречает. Только собрался куда-то Киллажор полететь, а Бьян тут как тут уже вперед идет. А все почему? Нету цели, бесцельно Киллажор собрался лететь. А Бьян ему дает цель в жизни, надо отбиться просто от Бьяна выхода. Так, один танк Киллажор тут фокусил, наступает под танки. У него слишком, слишком криво они разложены, вот это слишком вперед как-то выдвинут, по-моему.
Бьян по чуть-чуть вытесняет Клажур. 148-189. Вот уже он до минеральной линии будет доставать, до газа. Викингов прогнать нечем, Килажура у него 2, а тут 3. Ну сейчас на халяву на демо же, все, бьяновский викинг. Не, не выиграю, здесь туретка повезло, туретка наразваливала. Ну вот третья, падает уже база здесь. ЦЦ-ху убеди ты нахрен от нее отсюда. Что-то ЦЦ-ху здесь держит, не понять, что Килажура вообще. Бразильский дроп. Система бомбометания мариков немножечко сбилась. Прицел сбился, в общем. Килажур вместо того, чтобы дропнуть сюда в центр и сплэшем, чтобы вот эти три убивали этих, он мимо дропнул сейчас просто. Бедные марики. Вот кто жизнь свою прожил зря, получается, в этой игре. Так, здесь ЦЦ-ха летит, минус ЦЦ-ха. 256, сейчас Бьян будет с Джимом играть ТВПнчик. Посмотрим, как китаец, может, что-то чиз какой-нибудь крутой провернет. Килажур просто контр-рыв мариками тупо делает, как бы, я думаю, ни к чему не приведет. Бьян сейчас двух сторон убьет просто. Забежал Килажур, получил два залпа старых танков, это минус Килажур. Гегер, он пишет. Изи. Прошу прощения. Ждем последнего на Life and Cup. Позаботьтесь о себе. Обед без отрыва от работы. Что происходит? Откуда это? Какой отрыв от работы? Я обедаю здесь исключительно, пацаны. Джима что-то нету, Джим уже заснул, походу.
Фроцем по возможности включи FPB, я, наверное, разводить будет. По возможности не надо мне желтыми буквами писать. Я когда что мне нужно, и всем когда нужно что. И грамотно, и качественно включаю. Джим спешал. Куда Джим сбежал? Джим какой-то из баркодов, по-моему. Очевидно, что у Джима уже нет шансов выйти никакого. Что ты боишься и меня пугаешь сама? Еще у меня сегодня сонного за руку Чарлика из комнаты его выгонял, блин. Так, пацаны, чуть прохладно мне стало. Одену-ка я кафтан. Опять на лыжах скоро все кататься начнут. То катались, то растаяло, а теперь опять. Вроде нашелся Джим. Ну, это хорошо, что нашелся наконец-таки Джим. Под столом элитный напиток. Зачем он под столом-то должен стоять, если Санчо, он там оставил? Санчо, активировал премиум на ваш канал. Санчо, такой. Как будто бы этот мужик-бот ко мне хотел обратиться, я Санчо. Санчо, чё ты сидишь молчишь, ё-ма, пацаны сейчас предъявлять начнут опять. Эксперты из чата. Ну я здесь, ребята.
Пацаны будут готовы после этого всего. Короче, погеймит Димага Паша, мы погеймим обязательно, но посмотрим последнее Бутри. Звонят Джиму, короче. Да, там точка стоит, поэтому так он и говорит, судя по всему. Короче, Джим что-то куда-то пропал. Вот. Сейчас будем ждать. Сейчас будем ждать минут 5-10, я так понимаю. Если его нет, то все ГГ. Изменяется перед Джимом. Китаец. Так, второго дня Home Story, как и последнего, нету и не будет теперь уже. Тот, кто в прямом эфире смотрел, тот видел все. Кто не видел, тот уже не увидит с моими комментариями.
Так, 2 минуты до Джима, ребят. Если Джима не будет, то все тогда, короче, конец. А кто слушал, молодец. Ну и будем играть 3 на 3, либо монобатлы до Старлайна. Все, Джима нету, ребят. Короче, делаю стоп-старт без задержки. Возвращаюсь, ребят, ждите.